Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный». Предполагалось, что административно-деловой комплекс будет готов к первому запуску с нового космодрома. Но вот однако президенту Владимиру Путину и другим членам делегации пришлось наблюдать за запуском буквально из траншеи. Вот что интересно, хотя в 2013-м в проектировании комплекса из федерального бюджета выделили 143 миллиона рублей, в качестве соисполнителя проектный институт выбрал некую непроверенную компанию. В итоге строительство и затянулось. Решение пролоббировал проектировщик Островский, он же и подписал поддельные акты сдачи приемки. Хотя в установленный срок проектные работы выполнены и не были. Своими серыми схемами он получил таким образом 80 миллионов и затем обналичил их через компанию «Однодневки» по стандартной схеме. Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стали Островский, подставная подрядная компания и также отдельные сотрудники Роскосмоса.